35 ветеранов из Алтайского края получат жилье до конца года, а в домах некоторых участников войны сделают ремонт на средства краевого бюджета. Об этом стало известно на первой встрече Комитета Победа, который занимается организацией основных мероприятий к 9 мая. Запланирован мониторинг нуждаемости в проведении ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, которые по сложившимся обстоятельствам не имеют оснований для обеспечения жильем. Возможно, в этом году ветераны смогут получить единовременную выплату к 9 мая. Раньше она выдавалась только по юбилейным датам Победы. До 15 марта членам Оргкомитета предстоит определиться с планом мероприятий на 9 мая, в том числе решить вопросы общественного порядка. Особое внимание уделят традиционному шествию «Бессмертный полк». В прошлом году в нем участвовало более 160 тысяч жителей края. В этом организаторы ожидают еще большее число участников.